Экологи возбудили административное дело после пожара на лакокрасочном производстве. Напомним, 14 мая в авиастроительном районе Казани загорелись емкости с краской. Это привело к выбросу вредных химических соединений. МВД России предлагает освободить водителей от установки знака «шипы». Как говорится в новом проекте, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных актов, сегодня знак потерял свою актуальность. В Казани перед чемпионатом мира по футболу около 300 водителей скорой помощи пройдут специальные тренинги по защитному вождению. Для этого по просьбе Минздрава Республики была адаптирована программа, изначально ориентированная на водителей школьных автобусов.